Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня хочу сделать небольшой обзор нашего участка, но сперва покажу, наверное, землянику. Так, вот это у нас земляничка Барон Сувенмахер из своих семян. Мелкоплодная, такая хорошенькая рассада. Дальше покажу вам еще. Это у нас Алый Огонек. И она очень похожа на медовый вкус. Такая принципиальная, и по своим характеристикам похож, и по внешнему виду. Дальше у нас пошла иришка. Вот это вся идет у нас иришка, тоже такие неплохие кустики. Вот эта иришка была посеяна позже, на неделю, наверное, но она так неплохо стартанула. В принципе, уже сейчас она готова к высадке. И сейчас я вам покажу еще, смотрите, вот это из своих семян искушение. Заметна немножко разница, она более такая вот компактненькая. Это земляничка, не такая вытянутая. Это все, три кустика у меня был, где-то четвертый, но куда-то он пропал, не могу его найти. Наверное, только три осталось. Здесь опять же пошла иришка. Это остатки мелкоплодной. Вот это, которая у меня в общей емкости сидела, все-таки ее рассадил по отдельным стаканчикам, ну что смог. А остальное, вот оно у меня осталось так и сидеть. Наверное, уже буду высаживать, ну, из этой емкости. Немножко земельки, получается, добавил. Также я оставил ее. Так, и здесь вот она рассажена, эта мелкоплодная земляничка. Но по ней тоже нельзя сказать, что она совсем прям уж плохая. Она, в принципе, должна догнать. По отдельным стаканчикам рассадил. Вот это, получается, вся белоснежка. А вот здесь вот лесная сказка. А это все белоснежка. Так, ну и вот эта земляничка, конечно, намного больше. Она была раньше посеяна. Вот это вся идет у нас мелкоплодка. Такая прям она русленькая. А здесь пошла вот она иришка. В больших этих контейнерах таких она сидит. Ну, заметно, что кустик вот раньше был он посеян. И раньше был пересажен. И прям заметна разница. Дальше пошла опять иришка. Иришка идет. И вот здесь пошла опять мелкоплодка. Это у нас белоснежка. Прям кусты, видите, прям такие хорошие. Заметно они. Отличаются. Уже такой готовый, хороший кустик. Все это пошла белоснежка, белоснежка. И вот здесь у нас пошел малинник. Полностью все это малина, малина, малина. И туда дальше вот все. Получается малинник. Разросся. Садили его давно. Наверное, еще лет 10 или 15 назад. Тут такой большой малинник здесь у нас. Здесь опять малина выросла. Здесь вот смородина уже черная цветет. Молодая, хорошая смородина. Уже хорошо прям цветет. Здесь пошла у нас земляничка. Не стал я эти кусты рассаживать большие, как-то мне их стало жалко, и решили мы их оставить. Уже кое-где даже начинает она зацветать, даже один цветочек появился, самый первый. Вот такие кустики эти. Это все Барон Сувенмахер. Прям такие эти раскидистые, красивые кусты. Подкормим их. Мне кажется, они должны дать урожай. Здесь пошел вот старый дельфиниум. Смотрите, это уже третий год ему. И насколько здесь много пошло побегов. В прошлом году всего два, наверное, было побега. Нынче прям весь он разросся, этот кустик. Здесь опять же Барон Сувенмахер все идет. Здесь какие-то цветочки. И вот они три, тоже кустика больших. И вот первые цветы пошли. Начали они активно так набирать цвет. Здесь получается старая ранетка. Тоже она вся просто в цветах будет нынче. Это видно, что практически везде цветы. Такая большая-большая. Здесь помоложе, которые две ранетки, они тоже нынче
все в цветах. В прошлом году они отдыхали, не цвели. Нынче очень много прям цветов будет. Сегодня прям жарко так. Пчелки работают. Все гудит. Здесь, чтобы немножко притеняло от солнца, у нас растут две акации желтых. И как раз они вот этим семьям, которые здесь стоят, они после, наверное, 2-3 часов идет хоть какое-то притенение. Так совсем жарко. Здесь тоже все работают. И смородина красная. Смотрите, какая смородина нынче. И пчелки уже по ней летают прям так. Собирают, наверное, мед. Цветов просто очень много на смородине. Практически вся в цветах. Здесь тоже все усыпано прям цветами. Пчелки работают. Такой вот большой куст. Поэтому, у кого много места, прикапывайте ветку от старого куста к новому. И у вас потом вы его обрежете через года два. И вот такой у вас будет заросли смородины. Ну, это кому, конечно, если хотят много смородины. И у кого много места. Здесь обычная ранетка растет. И пошла облепиха. Облепиха тоже у нас. Вот это молодая. Такая хорошая, большая, высокая облепиха. Здесь пошла юрга. Или ирга, как правильно. Тоже она вся прям в цвету. И она, ирга, долго растет. Но зато потом, когда вырастает, просто на ней ягод очень много. И она не отдыхает на каждый год. Очень так красиво цветет. Здесь опять пошла красная смородина. Это уже старенький кустик, но еще оставили его. Здесь у нас бака сушится. Потом пчелам, когда в домике лазим, в дымарь добавляем баку. На березах она растет. Порублена, сушится. Это самец облепихи. Если не будет у вас самца, то облепихи не будет. Обязательно по ним, по пучкам, видать, что он как бы цветет тоже, наверное. Такие у него почки набухшие и какие-то как... Как, наверное, как цветочки набухают. Поэтому обязательно должны быть и самец, и самка. Тогда будет много облепихи. Это опять же ирга. И там еще одно дерево ирги. Калина. Рябинка. В общем, такой участок. И огород. Огород большущий. Ну, наверное, по нашим меркам не очень большой, но... Приличный такой. Там у соседей забор завалился. Здесь у нас тоже пошла ирга опять. Здесь даже и боярка растет с краю. Небольшая боярочка. Все вместе. Здесь наша кошка гуляет. И большая ранетка. Ей, наверное, уже лет 20. Старая уже такая она. Но опять же таки, нынче она будет вся в цветах. Цветов очень много. Вот эти ранетки полукультурки, они год отдыхают, на следующий год очень хорошо плодоносят. И идем теперь за теплицей. За теплицей у нас такой кустик крыжовника. Это уже он цветет. Неплохой такой кустик. Здесь у нас вишня выросла сама собой. Здесь жимолость. Опять малинник. В общем, все понасажено. А там просто заросли крыжовника. Такой крыжовник. Здесь на кустов 5 или 6. Они вот так вот срослись.
и стал такой мохнатый большой крыжовник. Здесь у нас была посажена ежевика, она как-то не очень хорошо отрастает. Вишня, черная смородина, куст тоже. И вот он, крыжовник. Наверное, самое такое у него хорошее место ему попалось. Прям зеленый такой крыжовник. Тоже, опять же, много должно быть цветов. Еще только зацветает он. Поэтому всем тем, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч!